Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня с вами я, Саша Юлин, и у нас видео, которое может сэкономить вам время, нервы и сохранить ваше хорошее настроение. Но это все при том условии, если у вас есть автомобиль. Итак, обо всем по порядку. В автомобиле есть деталь, которая называется свечной провод. Это очень простая деталь, которая создана для того, чтобы передавать электрический импульс от трамблера к свече зажигания. Ну, соответственно, каждый знает, что происходит, когда провод этот перестает работать. То есть появляется разрыв, или он просто закорачивает на массу. В этом случае свеча перестает работать, автомобиль начинает троить. Когда он работает на холостых, он дергается. Когда вы едете, машина тарахтит и тоже дергается. То есть тут все понятно. Каждый автолюбитель понимает, что нужно проверять каждый из цилиндров по отдельности. И, соответственно, свечу и свечной провод. И, соответственно, через некоторое время небольшое автолюбитель заменяет неисправный элемент и едет счастливый дальше. Но существуют неисправности свечного провода такие, что практически ни один автолюбитель не может определить, что это именно виноват свечной провод. Итак, рассказываю, как это все проявляется. Представьте себе, вы заводите автомобиль, он начинает работать прекрасно на холостых, затем вы выезжаете на дорогу, нажимаете на газ, и тут начинается самое интересное. Автомобиль начинает дрожать. Нет, не дергаться, не троить, а именно дрожать при разгоне. Вот ближе всего, чтобы вы поняли, так дрожит автобус на холостых оборотах, когда он стоит на остановке, дизельный автобус. Ну, вот трясется, газ сбрасываете, все обратно возвращается в норму. И начинает автолюбитель искать. Может быть, это заслонка, может, это еще что-то. А это обычный провод, который немножечко начинает пробиваться на массу, то есть изоляция перестает выполнять свои функции. Но это немножечко портит нервы автолюбителям, которые не могут понять, так в чем же дело. Итак, если вы на своей машине обнаружили данный спецэффект, то вы должны взять заведомо исправный свечной провод и по очереди поменять на него ваши провода. Как только вы поменяете неисправный свечной провод, машина ваша сразу станет ехать очень хорошо. Итак, с вами был Саша Юлин. Мне очень нравится, когда мои видео помогают вам разобраться в какой-то проблеме. Я хотел бы, чтобы вы подписывались, ставили лайки. Это оценка моего труда. До свидания, до новых встреч!